Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, и обзорчик выпустили разработчики на своем YouTube-канале для Титана Индра. The First Encounter Titan обзорчик Warrobots. В общем, давайте вместе поглядим, там по-иностранному все для американцев, там всяких англичан. А для нас, ну, слава яйцам, хотя бы субтитры сделали на русском. И давайте вот субтитры почитаем, посмотрим, что почем этот обзорчик, ребята. Вау, начало, да? Яндишники нанимают наемников на орбите. У них там инициатива по возвращению на Землю. Этот сектор теперь их территория. Наверните Тулумбас на свою инициативу. Эти скряги ни за что ставят. Ничего ценного тут ничего не сделают. Короче, давайте посмотрим, что там. Сейчас. В общем, какой-то быстрый перевод. Шут, с тебя побери. Пшел вон отсюда. Короче, там Скорпион. Наверняка разведчик. Шельма, что они сделали с Ноденсом? Это не Ноденс. Атакуем! Это он фейзешнулся, что ли? О, нет! Мне так много платят, что я... Мне не так много платят, чтобы я дрался. Черт! Мы еле-еле выживаем. Отходим, парни. Отходим. Ребят, почему меня замедляют? Отступаем, бежим. Эта штука вот-вот разойдется. И, короче, двое погибают. И один сваливает, короче, убегает. Эй, командор, тут такое дело. Яндишники в этот раз настроены этот титан. Три ноги, красные глаза. Весь такой. Один альфа и два бета. Уходит в подшифт. И кидает что-то вроде сети. Если он тебе не взрывается, и схлопывается или что-то вроде того, короче, не убежать тебе. А потом она бабахает. Нет смысла драться с ней лоб в лоб. Нужно атаковать издалека. И ЕМП тут будут, кстати. Командор, ты тут? Как слышишь? Прием! Я не собираюсь опять угодить в эту сеть. Не за горстку ключей черного рынка, я имею в виду. Что там насчет повышения? Пипец. Да. Это игра Warrobots, ребята. В общем, ну что я могу сказать? Начало, конечно. Вот какое интересное. Ну... Ребят, рисовать, конечно же, мультик — это одно, да, а вот то, что там в дальнейшем будет, это вот как бы в игре совсем другое. Суть этого обзора то, что как только что-то происходит у этого Титана, он может сразу уходить в фейс-шифт. Вот тут даже и написано, он что, типа, там фейжестнулся, что ли? Вот, где написано? О, вот тут. Это он фейс-шифтнулся, что ли? Кто текст писал? Вот, в общем, тот парень русский, кто текст писал, молодец, красавчик. Суть в том, заладил одно и то же. По сути, Титан этот принесет большие проблемы. Вот, он уходит фейс-шифт. Этот титан, и кидает сети. Эта сеть замедляет противника, кидает он из пениса, как вы видите, детородный орган. Из этого детородного органа он кидает на всех противников, до трех вроде бы он кидает, я точно не помню. Или прям реально на всех, там человек 20 будет, кинет. В общем, из пениса кидает вот такие вот, не знаю, сперматозоидные ловушки, что ли. И противник не может убежать, соответственно, ну, замедляется. И этот парень подходит и с дробашами может лупить вплотную. В общем, как и правильно там и говорится, нельзя подходить вплотную к этому роботу, нужно бить его типа издалека. Вот, но на этом, в принципе, и все, да. Вот и пушки у него тут, и лазеры, и все остальное будет, короче. И он тоже может издалека мочить. Но вы представляете себе Титана, который три раза уходит в фейс-шифт, если у него какие-то проблемы. Титана. То есть вот моя Равана, она может перетерпеть какую-то сильную атаку, сильный удар. То есть, а теперь будет Титан это делать. Это ужас на трех щупальцах. Это просто... Жесть. Ну что ж, выйдет в обновлении 8.3. Я не могу сказать, ребята, ура, мы ждем этого Титана с нетерпением. Блин, просто нету
Его не будет в магазине, чтобы его можно было купить. У нас не будет платины, чтобы можно было его прокачать и погонять на нем. По сути, ничего не будет. Типа, ура, 8.3, обновление, но надо этого титана выбивать в сундуках и так далее и тому подобное. Вот, и хрен ты его выбьешь, а если выбьешь, то хрен ты его прокачаешь и так далее и так далее. В общем, опять же говорю, что с обновлением 8.3 придет титан, а радости, ну, вот столько, вот, нули, радости, нули. Жалко, конечно, раньше вот я помню, очень радовался, когда я ждал, когда ланцелоты выйдут, вот эти вот галахды, ланцелоты выйдут в обновление, и мы будем покупать, я голду копил на него, за голду покупать его запросто и потом прокачивать. Я ждал этот момент, ждал обновления. А сейчас никакого ожидания обновления нет, так что если вы ждете, то у вас еще... куча оптимизма и или очень много денег, вот по сути. Вот, вам не проблема выиграть этого робота. Ну, а для меня и других бедных игроков это нереально. Так что смысл от этого титана у нас как бы пропадает. Радости от этого обновления нету. Я надеюсь, на основном сервере три пушки будут все вместе, потому что я был на тест-сервере, там пушки были кривые, все было криво, как обычно тест-сервер через жопу сделан. Вот, не знаю, что за люди, через какое место они родились, когда делали этот тест-сервер. В общем, тут даже какое-то потемнение на видеоролике. В общем, опасный парень, еще раз напоминаю, не подходите к нему близко, потому что он вас может поймать в ловушку своим детородным органом. Ну, а на этом все. Обзорчик прошел. Успешно или нет, зависит от вас, ставим. Лайки, ставим дизлайки, оставляем свои комментарии. Ждете ли вы обновления этого Индра? Вот очень интересно. Напишите. Братуха, я этого титана не жду, потому что, блин, как все остальные титаны, у меня его не будет. Братуха, я жду этого титана, мне надоел Лучидор, Муромец, я прокачиваю все, платина 500 тысяч. В общем, жду этого титана, буду всех вас нагибать и ловить куканом. На кукан. В общем, оставляйте ваши комментарии, ребята. С вами был Братуха, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Оставляйте свои комментарии, если вы не умеете оставлять комментарии, учитесь. Ну и ставьте палец вверх. Все ваши... все перепутал, короче. Ну, с работы пришел уставший. Слава богу, сходил в душ, окунулся и как-то полегче. Пока-пока, пацаны.